Встречаются наши агенты. Коллеги, всем добрый день. Сегодня у нас вебинар с представителем сети отелей Sherwood Марией, которая нам с вами расскажет о новинках этого сезона, что ожидает наших туристов. Ну и, конечно же, вы сможете в конце задать вопросы, все интересующиеся, которые вы хотите узнать о сети. Потому внимательно слушайте, ну и все вопросы, просьба задавать в чат. Спасибо. Мария, вам слово. В принципе, можем начинать. Здравствуйте, меня всем слышно, все хорошо? Да, да, отлично. Хорошо, коллеги, здравствуйте еще раз. Меня зовут Мария, я представляю сеть отелей Sherwood и Greenwood. Давайте для начала я вам расскажу, почему у нас две сети. Мы в прошлом году добавили новую сеть, которая называется Greenwood Resorts and Hotels. Получается, в прошлом году мы разделили наши отели на две цепочки. Это было сделано для того, чтобы выделить уровни наших отелей. В нынешнем случае у нас сеть Sherwood предлагает отели пятизвездочные на первой береговой линии, и наш бренд Sherwood Premium – это наш бутик-отель, а сеть Greenwood предлагает наши отели на второй береговой линии, то есть более бюджетный вариант. Недорогой сегмент отелей представляется под брендом Greenwood Resorts and Hotels. То есть Greenwood – это то же самое, что Sherwood по качеству, но дешевле по цене. Начнем мы с вами с отеля Sherwood Exclusive Nara. Этот отель у нас работает круглый год, 12 месяцев. Располагается всего лишь 10 километров от аэропорта. Буквально за 20 минут можно добраться до долгожданного отпуска туристов. Отель у нас работает по эксклюзивной концепции, то есть у нас здесь эксклюзивная концепция питания и напитков. Я вам о ней немного позже расскажу, но сначала хочу подчеркнуть тот момент, что все номера в отеле Sherwood Exclusive Lara в этом году, этой зимой, не закрывая отель, мы проводим реновацию всех номеров. Сейчас на экране вам представлен новый вид, уже образец номера. То есть мы меняем полностью дизайн в номерах, мы все кровати меняем. Проводим реновацию всех номеров, получается. Весь текстиль опять-таки меняем. И к апрелю месяцу уже все номера мы планируем доделать. Не закрывая отель, каким образом это происходит. То есть у нас имеется два здания. Одно, которое мы проводим реновацию, во второе, которое заселяем на данный момент. И так мы этот процесс балансируем между собой. Отель у нас работает по эксклюзивной концепции, то есть круглосуточный сервис питания и напитков. У нас в этом отеле имеется 4 а-ля-карт ресторана: турецкая, итальянская, монгольская и рыбная кухня. А-ля-карт рестораны в отеле Sherwood Exclusive Nara, они у нас платные по символической цене. То есть в прошлом году, если стоимость за одного человека была около 15 евро, то в этом году максимум на 5 евро, может быть, повысить. Пока еще цена на 2024 лето неизвестна. Платные по символической цене, а также в плане питания у нас имеется круглосуточно рабочий ресторан. Наши снэк-рестораны работают как а-ля-карт рестораны в дневное время, то есть обслуживанием по меню гости не ожидают очередей, они присаживаются, выбирают блюдо по меню и с индивидуальным обслуживанием официанта приносится питание гостям в течение дня в снэк-ресторанах. А также у нас есть концепция Share Food, которая здесь тоже представлена. Мы предлагаем турецкие лепешки, различный фастфуд. Это все в течение дня для гостей предлагается. По алкогольным ассортиментам я хочу подчеркнуть, что в наших эксклюзивных отелях алкогольный ассортимент импортного производства именно премиум-класса. То есть брендовые марки предлагаются нашим гостям в барах и зимой, и летом. Зимой наша эксклюзивная концепция не останавливается, она продолжается.
Алкогольный ассортимент именно брендовые марки тоже предоставляется, но не так, как в летнем сезоне, не в таком большом количестве. Я вот искренне вам это говорю изначально. И, как я уже и отмечала, что отель у нас работает не только летом, но и зимой. У нас в зимний период имеется открытый подогреваемый бассейн. В телеграм-канале я объявила даты работы наших открытых подогреваемых бассейнов, наших всех, в принципе, отелей. В конце презентации будет QR-код на телеграм-канал, вы сможете отсканировать и присоединиться к нашей группе. А также помимо открытого подогреваемого бассейна, мы имеем три вида крытых бассейнов. Обычный крытый бассейн с левой фотографией сверху с детским отделением у нас. Открытый бассейн. Справа вы увидите бассейн для массажа ног, и нижняя фотография – это шок-бассейн с горячей и холодной водой. То есть в зимний период мы гостям предоставляем максимальное удобство для проведения отдыха в прохладную погоду. Также у нас имеется фитнес-зал, который работает круглосуточно. Гости с ключом от номера могут зайти в любое время дня в зал. Мы наш фитнес-зал в прошлом году отреновировали, мы поменяли технику, обновили и поменяли его местоположение. Теперь у нас фитнес-зал с прекрасным видом на пальмы, на бассейн и на море. Активный отдых можно провести в отеле Sherwood Exclusive Lara. У нас имеются большие аквапарки, 7 горок представлены для взрослых, 3 горки представлены для детей. В зоне аквапарка у нас имеется снэк-ресторан, снэк-бар, все в одной территории, чтобы гостям было максимально также удобно. Помимо стандартного аквапарка для детей, у нас есть водная игровая зона дополнительная, а также в летний сезон раз в неделю у нас проводятся большие детские фестивали. То есть определенная фирма приезжает и делает необходимую организацию для наших еще и маленьких гостей. Помимо этого, у нас для взрослых развлекательная программа тоже активная. Отталкиваясь от прошлого года, я хочу отметить, что мы проводим различные живые концерты, то есть различные представления, выступления диджеев, тематические вечеринки. То есть у нас отель, да, семейный, но и активный, и развлекательный отдых гостям тоже предлагаем. Имеется мини-клуб, который не перестает работать даже зимой. У нас имеется крытый мини-клуб, открытый мини-клуб. С 4 до 12 лет у нас Robins Kids Club принимает детишек. А с 13 по 17 лет наш UTNH, это клуб для подростков, развлекает наших детей. То есть в зависимости от возрастной категории предоставляется море развлекательных и обучательных программ для детишек. Для совсем маленьких детей у нас в главном ресторане имеется детский буфет, в котором предлагается баночное питание, то есть фруктовые, овощные пюре производства турецкой марки местной. Если особое какое-то питание имеет ребенок, то тоже можно родителям за день заранее подойти на гастролейшн, отметить, что чем питается ребенок, и наши шеф-повара в зависимости от данного заказа смогут приготовить блюдо. В номер мы отправляем детскую кроватку, горшок, подогреватель бутылочек, то есть детский пакет у нас тоже есть, который предоставляется под депозит для детей. Теперь мы с вами переходим в наш самый популярный, самый любимый, самый востребованный отель. Это наш Sherwood Exclusive Кемер. Он у нас располагается в регионе Кемер-Гуйнюк. Отель владеет очень большой и зеленой территорией. Площадь отеля у нас занимает 130 тысяч квадратных метров. На большой территории отеля у нас имеется два пирса. Один пирс платный, второй пирс бесплатный. Различие между двумя пирсами – это то, что на платном пирсе предоставляются павильоны, которые нужно купить. На бесплатном пирсе у нас имеются шезлонги, бары, и гости тоже там могут находиться. Что включено в павильоны? Как раз раз тема открывается, могу сразу упомянуть то, что у нас питание и обслуживание, напитки предоставляются. Это можно на месте на гастролейшне приобрести. 500 метров протяженностью пляж на территории отеля. Основное размещение у нас бунгало. Это трехэтажные либо двухэтажные домики. Помимо бунгало у нас есть еще и главное здание,
в котором располагаются некоторые типы номеров, такие как стандарты. То есть стандарты есть и в бунгало, и в главном здании. И категории дубликса располагаются в главном здании. То есть если гость категорически хочет главное здание, не привык жить в бунгало, имейте в виду, что такую возможность мы предоставляем в нашем отеле. Для отеля Sherwood Exclusive Кемер я хочу отметить то, что еще с прошлого года мы стали выделять очень большой бюджет для этого отеля. Наша задача вывести его на новый уровень. Мы его позиционируем в люксовом сегменте отелей. Для этого с нашей стороны было сделано очень много улучшений в плане концепции, в плане инфраструктуры. Для начала я хочу показать вам новинку, которую делаем в этом году, новинка 2024 летнего сезона. Это то, что мы меняем лобби в отеле Sherwood Exclusive Кемер. Абсолютно новый, стильный, просторный, светлый лобби. То есть шикарный лобби в этом году мы готовим для наших гостей. Первое, что увидят гости, это наш лобби. То есть в апреле месяце, как к 1 апрелю, планируем открытие. Наша задача была, в принципе, заново переупаковать отель, и это мы еще начали делать с прошлого года. Сейчас я вам покажу новинки, которые мы сделали в прошлом году. На территории лобби у нас имеется лобби-бар, который в этом году тоже полностью реновируется. Я вам пока показываю проект фотографии. Сейчас, потому что в процессе готовности. Как будут живые фотографии, как откроем отель, я в телеграм-канале для вас буду делиться, чтобы вы тоже смогли у себя в рабочих социальных сетях их использовать. Теперь я вам показываю новинки, которые мы сделали в прошлом году. Мы обновили наше главное здание снаружи. Наше главное здание, первый этаж которого состоит из главного ресторана. На экране представлена терраса нашего основного ресторана. Наглядно видно и понятно, что была реновация. Мы обновили полностью мебель, мы обновили стиль этого помещения. Вся мебель, которую видите на экране, она абсолютно новая. Чтобы сохранить гармонию стиля, мы приравнили наши остальные главные точки питания к этому же стилю, в соответствии чего у нас обновился наш снэк-ресторан. Как видите, все под один стиль мы приравнили. В нашем снэк-ресторане тоже вся мебель новая, стиль полностью был поменен еще в прошлом году. Наши снэк-рестораны в этом отеле, у нас тоже их два. Наши снэк-рестораны здесь также работают как а-ля-карт рестораны в дневное время. Обслуживанием по меню. Гости выбирают блюда и, не ожидая никаких очередей категорически, мы предоставляем сервис. Бар у главного бассейна тоже из прошлогодних новинок я вам показываю. Он у нас внешне тоже обновился, и внутри мы его таким образом преобразили. Эти новинки еще с прошлого года мы стали выводить отель заново, менять ему полностью внешнюю оболочку, придавать ему новый вид. Также мы имеем улицу баров и кафе. Эта улица баров и кафе у нас в этом же стиле, о котором я вам уже начала рассказывать. Мы его, эту улицу обновили. На этой улице баров и кафе у нас представлены наши бренды, такие как кафе мороженого Скуп. Это место, где мы изготавливаем не только вкусное, но и полезное мороженое. Также у нас имеется Waffle House, который мы добавили в прошлом году, его не было, это одна тоже из новинок. Мы имеем кондитерскую Гилберт, круглосуточно рабочий бар, улица шопинга. То есть это все вот так на одной улочке расположено, где гости часто время проводят и днем, и вечером. По отелю Sherwood Exclusive Кемер хочу отметить, что все номера в бунгало, а это основные номера все, мы отреновировали. Мы в прошлом году поменяли дизайн комнат. Кто знает наш отель и помнит старые номера, это были фиолетовые оттенки. Мы предпочли более стильные тона, спокойные пастельные тона. Мы поменяли стиль номера. Мы все кровати заменили, обновили, то есть закупились новыми кроватями, старые убрали. Мы в прошлом году закупились текстилем, новые халаты, тапочки, постельное белье для гостей. Абсолютно новое предоставляется. А также в номерах, где имеются софы. Мы все софы обновили. Теперь наши софы размером 120 на 200, размером полноценной односпальной кровати.
А в этом году мы реновируем наши ванные комнаты. Мы меняем сантехнику, кондиционирование в номерах меняем, и с этого года можно считать, что номер полноценно отреновирован. Давайте на вопросы я позже отвечу. Я прочитала, но в конце презентации мы рассмотрим все вопросы. На территории отеля Sherwood Exclusive Кемер у нас имеется 4 виллы. Каждая наша вилла располагается на берегу моря. Это очень важный момент, потому что немногие отели могут предоставить расположение категории вилл именно на берегу моря. Наши все 4 виллы на берегу моря располагаются. Виллы наши рассчитаны на 6, человек. А также на проживание в виллу прилагается VIP-концепция, то есть пакет услуг, который автоматически гости получают, купив нашу виллу. Мы их встречаем в аэропорту, мы предоставляем собственный павильон на пирсе, на пляже, а также все платные услуги, которые предоставляются на территории отеля для гостей виллы, предоставляются бесплатно. Нашу VIP-концепцию вы сможете получить, найти в нашем телеграм-канале. Если вы ее там не найдете, пожалуйста, напишите мне, я вам ее отправлю лично. В конце я тоже постараюсь свой QR-код, номер телефона вам показать, чтобы вы сохранили мои контакты. В отеле Sherwood Exclusive Кемер у нас имеется 4 а-ля-карт ресторана, итальянская, рыбная, турецкая и дальневосточная кухня. Терраса а-ля-карт ресторанов у нас в прошлом году тоже была обновлена. А также в этом отеле тоже у нас а-ля-карт ресторана платные по символической цене. В отеле мы имеем концепцию share food. Это концепция на уличная еда. Каждый день по этой концепции мы гостям предлагаем суши, дегустацию блюд из дальневосточной кухни, котлеты, гёзлемен, нарезка фруктов. То есть помимо того, что работают наши основные большие рестораны и снэк-рестораны, у нас еще на территории отеля расположены вот такие машинки, где гостям каждый день предлагается перечисленное мною. То есть суши – это очень важный момент, очень гости ценят наш этот сервис. Мы каждый день гостям у бассейна предлагаем суши. Также кафе мороженого Скупа, о котором я вам уже и говорила, сейчас я вам его показываю. Это наше кафе, которое работает с утра до вечера, то есть не какой-то отдельный холодильник в главном ресторане, либо пакетированное, да, мороженое. Мы готовим полезное мороженое прямо на месте, прямо перед гостями. Все это предлагается в данном виде. В отеле Sherwood Exclusive Кемер из алкогольных ассортиментов тоже предлагается импортный алкоголь, именно премиум-класс, то есть брендовые марки включены в концепцию, абсолютно бесплатно гостям предлагаются. В отель Sherwood Exclusive Кемер мы добавили открытый подогреваемый бассейн. Отель работает только на летний сезон, и в начале сезона, и в конце сезона, когда бывает немного прохладно, мы гостям предлагаем данное удобство. Еще из момента могу отметить, что вот шезлонги, которые располагаются вокруг наших бассейнов, в прошлом году мы тоже заменили. Раньше они у нас были пластиковые, теперь они у нас тканевые. В отеле мы имеем зону Индиго. Эта территория, она состоит из 3 частей: зона пляжа, зона ресторана и зона амфитеатра. Наша зона Индиго, она предлагается за дополнительную оплату для гостей. Гости на месте, когда уже находятся в отеле, могут приобрести различные пакеты. Их очень много, я не могу озвучить какую-либо одну цену. Гости могут приобрести только шезлонг, только павильон. Могут шезлонг плюс завтрак, шезлонг плюс обед. Только завтрак, только обед без шезлонга либо павильона. То есть имеются различные пакеты. Гости на месте, их ознакомливаются с ценами, и кто желает, могут приобрести. Для гостей виллы вход в нашу территорию Индиго предоставляется бесплатно. Отель Sherwood Exclusive Кемер владеет одним из самых больших аквапарков данного региона среди отелей. Только площадь аквапарка занимает 6000 квадратных метров. На этой большой территории во время работы аквапарка у нас работает 2 бара,
и два ресторана. Один из них это снэк-ресторан, который работает как а-ля-карт ресторан в дневное время с обслуживанием по меню. И еще мы добавили на эту территорию бургер-хаус. Тоже различные бургеры предлагаются гостям во время работы аквапарка. В прошлом году я могу сказать, что мы, можно сказать, полностью обновили наш мини-клуб. Мы внешние и внутренние части полностью отреновировали, добавили новые мастерские для детей, добавили новые игровые комнаты для подростков. У нас имеется отдельная комната PlayStation, куда могут гости с 13 по 17 лет попадать и проводить время. А также в отеле Sherwood Exclusive Кемер в летний сезон мы опять-таки планируем проводить множество фестивалей. У нас имеются различные обучающие и развлекательные программы в зависимости от возрастной категории детей. Наш мини-клуб в этом году будет работать с 9 утра до 10 вечера, то есть мы его будем открытым держать допоздна. Гости могут свободно себя ощущать, родители, во время отдыха. В этом отеле у нас опять-таки, в принципе, не в этом, в каждом отеле у нас в главном ресторане имеется детский буфет, детское питание, все предоставляется. Коляски, горшки у нас под депозит. И так, коляски, горшки сказали, детский буфет у нас имеется, няня у нас имеется, то есть за дополнительную оплату гости могут на месте тоже заранее забронировать. Теперь мы с вами переходим в регион Белек-Буаскент. В Белеке-Буаскенте у нас имеется два отеля, и первый из наших отелей это наш Туи Блу Белек. Во многих операторах вы можете встретиться с названием Туи Блу Шервуд Белек. Этот отель наш, он плюс 16. Отель только для взрослых, куда мы не размещаем детишек. Еще концепция этого отеля – это то, что здесь нет шумной анимации. Анимация в режиме софт, то есть живая музыка, скрипка, гитара – это релакс-отель, это спа-отель. Здесь нет нами привычной анимации, здесь никто никого не дернет, то есть анимация там не заставит играть в бочу и так далее. Это релакс-отель. Этот отель больше предпочитается гостями, кто приезжает в медовый месяц, кто приезжает в романтичный отдых. Пожилые гости предпочитают наш этот отель. Именно вот кто на самом деле хочет отдохнуть в тишине и остаться либо наедине с самим собой, либо со своей второй половинкой. То есть этот момент и эту концепцию важно помнить, всегда передавать гостям эту информацию, потому что когда видят концепцию плюс 16, идет такая ассоциация с тем, что развлекательный отель и так далее. Нет, у нас тут все наоборот. Так выглядит основная территория отеля Туи Блу Белек. Она у нас состоит из одного большого бассейна. То есть где бы вы ни находились, в какой точке отеля, то есть в лобби-баре, в главном ресторане, везде вид на воду, на бассейн, везде красиво. На воде, на бассейне у нас имеются вот такие домики. Это домики, которые предлагают категории номеров свимапы и лейкхаусы. Свимап – это прямой спуск в бассейн, а второй этаж свимапов – это лейкхаусы. Эти категории номеров мы в этом году полностью реновируем. А номера в главном здании, которые располагаются, они в этом году обновляются у нас косметическим ремонтом. То есть они в хорошем состоянии у нас. И наш один а-ля-карт ресторан в этом отеле представляется бесплатным при 7-дневном проживании один раз для гостей. И прямо рядышком с отелем Туи Блу Белек располагается наш еще один отель Шервуд Дримс Резорт. Я хочу отметить то, что, например, так как оба отеля наши, и они располагаются максимально близко, стена к стене. Если гостю из Туи Блу Белека захотелось перейти в Шервуд Дримс и попасть на какое-то мероприятие, либо вечернее шоу, то это возможно. Главное заранее предупредить администраторов наших, и они предоставят разрешение на переход в территорию другого отеля. Но из отеля Sherwood Dreams Resort в Туи Блу Белек перейти будет невозможно, потому что там совсем другая концепция, и гость должен в Туи Блу Белек находиться осознанно данной концепции. По отелю Sherwood Dreams Resort я хочу отметить, что этот отель наш, он тоже
Очень популярный, очень востребованный отель. У нас очень много повторных гостей в этом отеле. Это семейный отель с активной анимацией как для взрослых, так и для детей. Отель владеет компактной территорией. Это идеальное соотношение цена и качество. Я хочу отметить то, что все номера в отеле Sherwood Dreams Resort у нас в прошлом году все отреновировались. Мы поменяли дизайн в номерах, мы поменяли все кровати и также заменили текстиль. То есть они как только сезон, как отработали в этом виде. Отель имеет три аликарта, предлагает, то есть турецкая, итальянская, рыбная кухня. Тоже раз в неделю гостям предлагается одно посещение бесплатно. В этом году мы добавляем открытый подогреваемый бассейн. Отель планируем открыть 16 марта. И тоже в начале и в конце сезона наш открытый подогреваемый бассейн для гостей будет функционировать. Новинка этого сезона, мы добавляем новую точку питания, такую как пиццерия. Вы видите проект этого помещения на экране. Он у нас запланирован с прекрасным видом на Средиземное море, с панорамным видом, как видите. Эта точка питания будет тоже включена в концепцию, будет предлагаться как альтернатива снэк-ресторану бесплатно. Мы в этом году строим новый мини-клуб в отеле Sherwood Dreams Resort. Вы можете плюс-минус понять, как он у нас будет выглядеть с сезона. Он у нас будет больше, он у нас будет абсолютно новый с этого года. Можете тоже пометить для себя. Как я уже и ранее говорила, это активный отдых для семей. То есть имеется большой аквапарк для взрослых. Справа у нас имеется акватавр для детей, который мы построили в прошлом году. Имеется даже лунопарк, 5 аттракционов, абсолютно бесплатный вход для гостей предлагается. Каждый день работает, кроме воскресенья. А теперь мы с вами переходим на последний отель из цепочки Sherwood Resorts and Hotels. Это наш Sherwood Premium Отель. Это наш бутик-отель, это городской отель. Он в центре Лары, в центре Анталии располагается. Он недалеко от торгового центра Терра-Сити располагается. Это наш бутик-отель, который работает по концепции проживания плюс завтрак только. То есть он только на завтраках. Этот отель идеально подходит для гостей, кто приезжает в командировочный отдых, кто приезжает на короткий срок проживания, то есть одинокий мужчина, либо кто любит пошопиться или сам себя экскурсовод. Да, при любых обстоятельствах мы круглый год в этот отель заселяем. Мы в прошлом году этот отель построили заново, то есть у нас это бывший Sherwood Price, один из первых был Шервудов, он уже был в не очень таком хорошем состоянии, чтобы его просто отреновировать, мы его перестроили. То есть стильный отель в центре, можно сказать, города, с идеальной локацией, вокруг очень много ресторанов, баров, именно для местных жителей Анталии, то есть не для туристов, куда можно сходить, провести время. Отель, как я уже и говорила, что у нас он новый, очень стильно оформленный. Здесь всего 29 номеров. Есть категория, вот минимальный, это стандартный номер. Есть категории комната с видом на море, есть garden suite, то есть можно и семью тоже размещать. Ой, стильно оформленные номера, очень качественный текстиль в этом отеле, то есть очень качественные халаты, тапочки. Предлагается утюг в номере. И при отеле имеется такая кафе-кондитерская, это наш бренд Gilbert. Он у нас, это место, например, не только для для гостей отеля, но и для жителей Анталии. Жители Анталии могут прийти и провести время в данном кафе в том числе. Теперь мы с вами переходим в сеть Greenwood Resorts and Hotels. В начале презентации, как я и говорила, это сеть, которая предлагает наш более бюджетный вариант отелей, то есть недорогой сегмент, представлен под брендом Greenwood Resorts and Hotels. И первый наш этот отель – это Greenwood Kemer Resort. В прошлом году мы поменяли название этому отелю, это бывший Sherwood Greenwood Resort. Это популярная наша четверочка. Этот отель у нас располагается в регионе Кемер-Гюйнюк на второй береговой линии. Я про этот отель сразу скажу, что если кто-то его знает, наверняка вы его знаете, потому что это тоже наш популярный отель,
который в сезоне очень часто бывает на стопе, куда очень сложно попасть. То есть его на самом деле очень сильно любят гости за концепцию, то есть они возвращаются как домой в этот отель. И кто знает этот отель, то с этого года его просто не узнает, потому что он у нас полностью меняется, преображается. Вот этот отель самый был первый Шерва, то есть он уже более 30 лет существует, и мы никогда не делали в нем глобальных изменений. То есть мы в этом году его полностью преображаем и придаем ему новый вид. В принципе, на фотографии немножко уже понятно, что он у нас внешне меняется. Сейчас я вам покажу еще все новинки, которые у нас будут сделаны, вернее, уже делаются, и скоро закончим данные новинки. Итак, отель на второй береговой линии с собственным пляжем. Удаленность пляжа от отеля 180 метров. Там буквально перейти нужно через дорогу, чтобы оказаться на пляже. На пляже у нас оборудован и снэк-ресторан, и снэк-бар. Побережье Кемера, оно как бы по натуре галечное, но у нас насыпной песок, как видите на экране, и неоднократно обновляется в летний сезон. В прошлом году мы построили сюда большие аквапарки, большой аквапарк для взрослых, для детей. Эти новинки у нас уже готовы. Рядом с аквапарком с нашей стороны был построен снэк-ресторан, так уже только сезон как отработал в новом таком виде. А в этом году мы все номера в главном здании отеля Greenwood Kemer Resort мы полностью реновируем. Это образец нового номера. Мы меняем все кровати, мы меняем полностью стиль номера, то есть занавески, вот эта стена, кровати, новый текстиль. Вот кроме вот этого стола слева, который мы видим напротив кровати, все абсолютно меняется, новое будет. Далее продолжаем по новинкам. То есть у нас меняется внешняя оболочка отеля, мы меняем главный вход, мы вид полностью и снаружи меняем, делаем его более современным. Обратите внимание, как будет выглядеть лобби отеля Greenwood Kemer Resort. То есть еще раз напоминаю, это четырехзвездочный отель, это для четырехзвездочного отеля очень масштабные изменения и новинки мы запланировали для этого сезона. Таким образом у нас будет выглядеть лобби отеля. Таким образом у нас будет выглядеть лобби-бар этого отеля. То есть просто его будет не узнать. Это еще не все. Мы меняем и строим новый главный ресторан. На экране представлен проект фотографии главного ресторана. Стильно, красиво, абсолютно новый стиль будет представлен. Продолжаем. Мы добавляем турецкий а-ля-карт ресторан и меняем нынешний итальянский наш а-ля-карт ресторан. То есть эти новинки, они, все, что сейчас я вам ее показываю, это уже готовится. Мы полным ходом готовимся к летнему сезону, ведутся строительные работы на территории отеля. И, как правило, в апреле месяце мы открываемся. Уже точную дату открытия мы будем передавать через операторов, либо через телеграм-канал, тоже следите за новостями. Новинки у нас еще не закончились, мы продолжаем. Наш бренд, это кондитерская Гилберт, тоже добавляется в этот отель с этого года. Стильно оформленные новые зоны питанием и напитков. Строим новый амфитеатр. То есть, если знаете, то у нас прошлый, можно сказать, амфитеатр у нас располагался посередине отеля в не очень удачном месте, который немного мешал проживать гостям в определенных категориях номеров. Теперь мы наш амфитеатр переносим в другое место, в более тихое место, и полностью его преображаем и меняем, как видите на экране. В этом году мы строим новый мини-клуб. И, как видите, море новинок, море изменений будет проводиться в отеле Greenwood Kemer Resort. И с этого сезона вы подберете по идеальным ценам, в идеальном состоянии отель в регионе Кемер-Гювенюк. По дате открытия, давайте я вам еще расскажу. Вы, даже если отель не откроется 1 апреля, не переживайте за проданные брони. Мы никогда наших гостей не оставляем, не бросаем. Мы сеть отелей, мы предлагаем хорошие альтернативы. И в этом случае, если какая-то задержка будет там на неделю, на две, если у вас есть проданная бронь, вы за нее никак не переживайте. Мы всегда гостям предлагаем очень хорошие альтернативы.
Итак, переходим на последний отель. Это наш Greenwood Suites Resort, тоже из категории недорогих отелей. И он у нас располагается в регионе Лара-Кунду, он тоже в 10 километрах от аэропорта. Он у нас пятизвездочный на второй береговой линии. Здесь очень необычная концепция по размещению. Давайте для начала я вам скажу то, что мы в этом году в отель Greenwood Suites Resort вот этот бассейн вот так разделяем и делаем часть бассейна подогреваемой. То есть 16 марта мы опять-таки планируем открыть отель. И когда вот тоже может быть прохладно, мы запустим бассейн открытый, подогреваемый, чтобы гостям было максимально комфортно. А этот отель владеет очень необычной концепцией по размещению. Тут у нас не как у всех. А здесь основная категория комнат состоит из номеров Deluxe, Superior Suite и еще есть эксклюзив сьюты. То есть здесь стандартов немного. То есть основная категория комнат – это вот эти номера. Это номера до 100 квадратных метров площадью. Размещение до 5 и до 6 человек. И два ребенка до 14 лет считаются бесплатными. В каждом этом номере имеется кухня, холодильник, стиральная машина. То есть гость себя ощущает как дома. Сюда очень выгодно и удобно размещать большие семьи. Отель в Кунду располагается. Вокруг много есть тоже мест, куда можно сходить. То есть есть и супермаркеты, есть магазинчики. То есть, когда гости приезжают в этот отель, они себя ощущают как дома, будто бы они живут в Анталии. Никто не теснится в маленьком номере. Вот такие большие, можно сказать, апартаменты мы предлагаем. То есть, несмотря на то, что отель ультра, все включено. Не на то, что в отеле имеется главный ресторан, снэк-рестораны, бары. Мы еще вот такие домашние условия предлагаем в самом номере. В этом году мы наши душевые кабины увеличили, расширили. Было немножко тесновато, они вот так наполовину были еще в прошлых годах. А в этом году мы их увеличили, чтобы гостям было максимально удобно располагаться в номере. Отель, можно сказать, новый, 2019 года. Стильно оформленный а-ля-карт ресторана. А-ля-карт ресторана сети Greenwood Resorts and Hotels. Они у нас платные по символической цене предлагаются. Фишка всех наших отелей, кроме трехзвездочного нашего бутик-отеля, это наши большие аквапарки. То есть у нас в каждом отеле, можно сказать, большие аквапарки для взрослых предлагаются, для детей. В этом отеле имеется и крытый бассейн, фитнес-зал, то есть все у нас предлагается для гостей бесплатно. Так как отель на второй береговой линии, у него пляж получается 750 метров от отеля, до пляжа курсирует шаттл-сервис, большой кондиционированный автобус и возит наших гостей на пляж. На пляже опять-таки оборудованы и снэк-рестораны, и снэк, извиняюсь, снэк-ресторан и снэк-бар. И это наш телеграм-канал. Я попрошу вас отсканировать QR-код. Присоединитесь к нашей телеграм-группе, в которой публикуются всегда полезная информация именно для агентств. То есть все, что нужно будет вам. Естественно, весь контент, который выпускается в нашей телеграм-группе, вы можете использовать. То есть нет никакого ни в коем случае запрета. После того, как мы ответим на вопросы, я думаю, вам показать свой QR-код на мой номер телефона, а тогда вы сохраните мои контакты, пожалуйста. Елена, я открываю и читаю, да? А, нет. Шервуд Лара, какой пляж? В Шервуд Эксклюзив Лара у нас песчаный пляж, под побережье Лары у нас песчаный, 180 метров протяженность пляжа, песок и тент. Тент имеется на пляже. Посещение кафе бесплатно. Какого кафе? По Ларе задается вопрос. Можно уточнить? Скорее всего, да. Ларе. Шеррут Там где... Эксклюзив Ларе у нас все точки питания и напитков предлагаются бесплатно. А вы уже здесь поддержали меня. Скажите, будет ли подогреваемый бассейн?
То есть смотрите, у нас в Шервуд эксклюзив Лари и в Шервуд эксклюзив Кемере были подогреваемые бассейны. В этом году мы добавили новые подогреваемые бассейны в отель Greenwood Suites Resort и в Шервуд Dreams Resort. В телеграм-канале последний наш пост. Если вы предыдущий QR-код отсканировали и присоединились к нашей группе, то последний пост телеграм-канала у нас именно про открытые подогреваемые бассейны. Ознакомьтесь, пожалуйста, с датами. Здесь именно вот детально прописано, кто, какой бассейн, в какие даты работает. Это очень полезная информация, сразу сохраняйте. Есть еще какие-то вопросы? А Мария, есть вопрос, который очень часто нам задают агенты. Это какой процент у вас отдыхает из Европы? Ну, смотрите, это зависит от региона. Если это Лара, то ну, как бы большинство гостей это европейцы. Если это Кемер, это, конечно, страны СНГ. То есть в Буаскенсе тоже больше Европы, в Туи-Блу Белеки, например. А в Шервуд Дримс больше предпочитаются гости, и даже не могу сказать, что там процент одинаковый. То есть гости из стран СНГ и Европа там 50 на 50, могу сказать, в Шервуд Дримс Резорте. В Туи-Блу Спасибо. Белеки это Европа, регион Лара это тоже у нас Европа, но я вам хочу сказать, что у нас в Ларе отели очень стали популярны в странах СНГ, и больше гостей уже предпочитают наши отели, потому что полюбили нашу концепцию, полюбили сервис, и наша фирма это такая фирма, которая не стоит на месте, развивается с года в год, как видите, очень много планируем изменений, новинок, то есть никак не стоим на месте, все больше стараемся. Мария. Мария, я вас не слышу. Какая-то проблема со связью. Мария, вы здесь? Мария, какая-то у нас возникла проблема со связью. Коллеги, спасибо вам большое за то, что подключились к нашему вебинару, за то, что присутствовали. Всем хорошего дня. Желаю всем хороших продаж, хорошего раннего бронирования. Если возникнут какие-то вопросы, вы можете всегда обращаться к Travel Professional Group. Мы всегда вам подскажем. Спасибо.